Кто Ну эти это я люди помню, я вообще? сейчас туда А прыгну то, в что лес. с ними, то легенда. Дред. А он... Ганес. Год. А. Сейчас будет шикарный момент. Ох, я отсюда уйдет, но спасибо, это... Так сработал. Саня, стоять, Фейт уже здесь. Какой будет кайфовый из Бэктрека? Саня, через секунду, будешь. Прыгай. Хорошо. Еще рынжает. Бежал него. Он даже трэды не переключает, блядь. Это точно не я играл. Еще одну? You found me! Этого быть не может. Я, уважаемые зрители, вы можете видеть это в Dota TV. Это какая-то фантастика. Вы просто посмотрите, вот смотрите, сейчас в спонсоре там будет нормально. Ими люди могут видеть. И ты говоришь, тебе ТП не сбивали, да, значит? У нас тут истерика, я просто... Но посмотрите дальше за хвостом, там Сашка продолжает. Джукс мастер хвост, вот так вот. Джукс мастер хвост. Ой, какая музыка. Косовелла, братюня! 0-10! Поливает Кура здесь умирает, скорее всего отбивается, еще брейд сапом, Кура пытается уйти, Кура. Ну что тут, слип нам хвост не нужен. Кура, отличный слип, но не загнается. Ну что, Муши, Фаник, заходит, не надо, все, не надо, уйди, не надо, здесь трасса. Спасибо, Миллигум, за подписочку. Муши убили, и за Ланемом идем. Фаник до конца, Ланем ускоряется, Фаник живи. Так это моя команда, ёбари знатные. Задынай его, говорит, вау. Мы 3 на 3 стояли, нас там трахали всю игру. Я сейчас еще здесь сдохну. Вот я здесь сдох, я им сказал, все, я ебал с вами драться, пока. Это я помню. Все, нахуй, не зовите меня в драке, пока. И пошел Эдшета фармить. Это стан ДК был, да, такой долгий, или что-то это АФК стоял? Здесь Ланем, осторожно, Фаник, Шейкл, а я не ты, ты какую, ты на стриме смотришь или где? У меня примерно тот же тайминг. Фаник стрял, и Фаник умирает. Да, ну, у меня тот же тайминг. Уроки, Фаник, его сейчас пытается Кура заслипать, и... Там просто меня, вот видите, я им сказал, я не буду с вами драться, и теперь дерутся только они. Опа, Данила нападает на Бёрнинга, давай, давай, Данила, еби! Блин. Блин, вот! Где? Меня там нет! Я понимаю, что с этими, блядь, картофельными воинами каши не сваришь. Сносите меня нахуй, я уже говорю, пишу им в чат, сносите. Вот тут нападение. Вот, пришел. А, это, помню, хуйня. А, нет, я сейчас здесь сдох. Я здесь сдохну и скажу, я ебал с вами драться, точно. Нет, я здесь не сдохну. А, я... Короче, это точно было, вопрос где? Живой, конечно, БКБ на развороте. Цепанули кого? Цепанули у нас Муши. Может, где-то соло сдох, Бёрнинга убивать, ребят, Бёрнинга важнее. Виноваться убили. Шейкл, Бёрнинг в слипе. Нормально. Бёрнинга нет. Нормально. Муши убили, Бёрнинга. Отпустили, отпустили. Все, уйдет здесь. Здесь уйдет. Еще его видно. У Дэнни нету маны. Опа. Поймал Данило. Соль. А кто убил? Кто убил? Соль для меня получается. А что, здесь уже по бабкам должна быть рапир, алло. По бабкам должна быть уже, где ты? Нажим... А, с деменеджем, мне еще не было. Тут уже чувствуется, да? Уже чувствуется намек на секс. А, нет, тут я снова сдохну. Нет, Глебусик спасает меня! И минус гем. Но гем нам наплевать. Главное, что Саньку спасли. Опять-таки умер у нас, собственно, Фаник. А чё на форстав такой вперед был? У тебя форстав, ну, хоть деревья. О! О! You found me! Это win, а зачем? Все ж в порядке, зачем? Конечно, все в порядке. Ебут по всей карте тебя, а так-то все в порядке. Ну окей, проиграли драку, но там два байбека. Все в порядке. Все в порядке. Я ходить не могу особо, а так-то все в порядке, блядь, все в порядке. Ну, для него это состояние привычное, поэтому для него это все в порядке. Сейчас будет весело. Так, Муши.
Опа, вот тут сейчас авиаёбка начнется, правильно я понимаю? Но, возможно, нас будут трахать. Опа, пошел ДПСик. Ой-ой-ой! Убить, убить змеюку! Гем вернул своим мальчикам. Ирошан. И вторая рапирка, да, сейчас? Да. Там 7200, я видел. Уже летит. И хоста, и все, и полетел. А, это уже я... В этой драке я уже новые купил. Одну, по-моему, новую купил. Если что, это я все по бараку стрелял. Вы понимаете, насколько я крутой, что я стреляю по бараку, а умирают все, кто рядом. Не понимаете? А? Но, а я думаю, что жуки, типа, если убирают, то, типа, крипы мои сильнее не становятся. Тут я... А, короче, я проюзал сатаник, и он, и Куроки меня заслипал. Вот. И... И я как-то чуть-чуть... Ну, они все забрали здесь, оба моих чувака. Одна у Глеба была, одна у Пупея, да, по-моему? Да. Да, сейчас одну я купил. И вторая, получается, я заберу ее с Пупея сейчас, по идее. А, нет, этот с Пупея забрал, я с Фанника заберу. А, вот с этого. А, у меня уже две. Да и дальше третья будет. Нет, третьей не будет. Третья валяется там, она просто валяется. Ну все, чел без байбека сдох. ГГ. А я им, видите, они пишут ГГ, я пишу ГЛХФ. Так, ну это все мы смотреть не будем. Фаника была рапира, две у хвоста. Жесть, там Майк, конечно. Сейчас математика отвела. Так, у Фаника была рапира, две у хвоста, так, блядь. Он еще одну купил, да? Итого, подожди, две и одна, так, блядь. Стоп. Так, ну подожди. Вот я беру, значит, хлеб один, да, это один. Так, два кусочка сала, итого, ага, подожди, хлеб плюс два кусочка сала. Три, получается, правильно понимаю, нет? Бля, я хуй его знает. Ну, потом как-нибудь посчитаем. На базу? Как он понял, что я в этом? Там два стояла, кентавр и этот самый. Чинит крипа какого-то, этот крип сдохнет. Ну, долго он будет починять там КД. Я еще написал плохо, я не в этом. Я надо писать... Я не в том крипе надо было написать. Ну, короче, я проебался. Давай, давай. За команду. Я не в этом крипе. Они уже почти поверили. Бред, я еще спалился этой, типа, смотри, смайликом этим. Ну не вовремя, видите? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Если не уйдет, это будет такой рофл. Ну, Клаверк собьет сейчас, да? А, у Клаверка не было. Если бы я нормально нажал, если бы я тыпнулся прямо здесь... То, может быть, не выжил. Но все равно забавные, да, моменты. Скажи лучше, чтобы жить в свое удовольствие и быть нулем, или всю жизнь стараться и быть единицей? Честно говоря, какое-то однобокое у тебя понятие. Можно жить в свое удовольствие и при этом не быть нулем. Ну, нулем в каком-то общепринятом плане можно не иметь там, денег и так далее. Короче, то есть, грубо говоря, ты можешь жить... В плане вот этого карьерной всей движухи современного мира и понятия о том, что тебе нужно зарабатывать кучу бабла, тебе нужно купить себе машину, квартиру, яхту, то, что навязано нам вот обществом, ты можешь этого всего не иметь и жить себе прекрасно. Вот у меня есть там друзья, знакомые. Конечно, может быть, это то, что мне говорят, хотя довольно такие дружеские, тесные отношения, и вряд ли будут врать, но... Живут средние, кайфуют, находят деньги на какие-то путешествия, там где-то хоп-хоп-хоп, что-то суетятся. Вот, вместе живут душа в душу, семейной парой, правда, без детей. И кайфуют себе, прекрасно живут. И то есть, ну, грубо говоря, я знаю, там, этот, ну, паренек, он раньше работал на хорошей работе, он ушел, ну, там, более-менее, там, в свою сферу. И я их спрашиваю, ну, а тебе как нормально? Он говорит, ну, порой там, типа, не хватает. Но в целом, окей. Ну, и они регулярно, они больше меня путешествуют, если учесть карантин.
там, ну и вот до него, если не по работе, то они больше у меня путешествуют, и причем, ну, были в классных местах, да, там как-то более-менее бюджетно, но при этом супер кайфуют. И, ну и вот у него, грубо говоря, в общем плане хреново все, но для него прекрасно, и для нее прекрасно, да, она вообще там души в нем не чает, и они вместе кайфуют.